стоит ли держать такой аппарат милицейский? Сьогодні було намагання винести це питання на розгляд парламенту, принаймні заява фракції прозвучала, щоб були запрошені до Верховної Ради міністр внутрішніх справ Могильов, керівники Харківської обласної адміністрації і виконуючі обов'язки міського голови. Яке остаточне рішення прийнято, я не знаю, але я думаю, що сьогодні в Україні немає влади, яка б могла дати оцінку тим діям, що відбуваються в Харкові. Принаймні про це свідчить те, що жодне із звернень, численних звернень, які надсилались протягом останнього часу, наскільки я знаю, вони сьогодні залишилися без розгляду, без реагування. Можливо, я помиляюся, пане Ігорю, будь ласка. Ну, могли б просто укоротити. На сьогодні в Україні нет власті. Знаєте, що мене більше всього в цьому всьому потрясло? От абсолютно потрясло. От я уточню. Власть бандитська є. Нет государства. Не-не-не, ребята, тут интереснее. Возможно, самые разные государства, там, авторитарное, тоталитарное, там, демократическое, там, хренотическое, это неважно. Есть базовое свойство государства, как государство. Государство – это монополия на насилие. Есть определенная группа лиц, которым ведать надлежит, кого бить, кого не бить и за что. То есть, если бы нас избивал ОМОН, Беркут, там, это было бы гнусно, это было бы, так сказать, постыдно, может быть, но это было бы понятно. А тут ситуация совершенно уникальная. Это абсолютное украинское ноу-хау. Такого, я утверждаю, не было нигде и никогда. Это абсолютно уникально. Понимаете? Люди в черном, якобы сотрудники охранных структур, которые то приходили с бейджиками, то вообще, вот, вообще без ничего последние дни приходят, которые заявляют, что у них нет удостоверения, они им не нужны никакие. Посмотрите на законодательство о охранных фирмах, о их полномочиях и о том, нужны ли им удостоверения. У которых не спрашивает милиция удостоверения. Так эти люди брали на себя функции государственной власти. Они действовали с насилием, грубейшим насилием против людей, а милиция стояла рядом. И не вмешивалась. То есть это абсолютно уникальная вещь. То есть, по сути дела, у милиции оказалось нету того, что, ради чего ее создавали. Ради чего существует полиция и подобное в любых государствах. Монополия на насилие. То есть в таком случае можно сказать, что нет государства. Если это государство передало свою самую главную базовую функцию непонятным людям в черном, то его нет. Знаете, эта осетрина может быть только одной свежести, первая, иначе она тухлая. Вот что здесь самое фантастическое, понимаете? Это то, чего я не знал о той стране, в которой я живу. И по поводу милиции. Пані Юля, я хотел как раз вам надати слово. Что, на ваш погляд, там відбувалося сьогодні? Мне очень тоже тяжело говорить. Одни эмоции, эти женские крики, плач. То есть, когда молодые ребята, когда их бьют ногами, это все было заснято. Причем видео очень много. Очень четко видно, что люди в черном, они совершенно не выбирали никакими методами людей теснить, никак их теснить, никого. То есть, женщины, дети, подростки. Детей, слава богу, маленьких не было в лагере. Вот молодые ребята. Вот, и по поводу действий милиции, которая стоит в стороне и отводит глаза, в лучшем случае это стыдливо отводит глаза, а иногда и откровенно улыбается, глядя на действия чернорубашечников. И та же самая милиция, когда мы пошли к горсовету, к облсовету, извините, когда мы пошли к облсовету, она стала плотными рядами перед нами, прикрывая нам путь. И на вопрос, а почему же вы не сделали так в парке Горького, когда, извините, когда нас избивали, когда над нами издевались, они не смогли ничего ответить, сказали, мы вас не пропустим, мы можем пропустить только депутатов. Спасибо Арсену Борисовичу за то, что он вмешался в процесс, и за то, что он повлиял на решение милиции и пропустили нас благодаря ему. То есть, ребята, так не должно быть. Это полное беззаконие, это нарушение всех существующих прав, которые вообще есть в нашем государстве, прав человека. Это вообще-то говоря сплошное уголовное преступление. Самое, ну, все там, что было сегодня, это уголовное преступление. Стройплощадка, она не была вообще никак огорожена. Но есть куча норм государства, как вообще что делается. Как, например, проводятся строительные работы, как можно рубить деревья. Ну, опять-таки, понимаете, ну, это
назвать это беспределом, это как-то, знаете, слово «беспредел» сейчас, оно часто употребляется. Но как бы это не подходит даже под слово «беспредел». Но я вам хочу сказать еще одну вещь, о чем как бы... Меня там задержали в самом начале, вот как бы, не то чтобы потом выпустили, потом как-то Аваков проходил, и как-то я пошел. Так как тебя задержали? Попросили пройти, чи заломали руки, затримали? Ну как, взяли за руки, ну, сначала буцали, как бы, ну, буцали эти черные, как бы, нас сегодня всех, как бы, конкретно били, там, посмотрел, там, переоделся, просто одежда была, что я опоздал чуть-чуть, одежда в невозможном состоянии была, надо было переодеться, там, ну, синяки по телу, ну, так, жить будем, в принципе, большинство здесь сидящих, кто был, здесь синяки. Вот, а я думаю, не только синяки. Но, ребята, вопрос в другом. Меня задержали. После этого это все продолжалось еще 1.5 часа. 2 часа. Эти менее 200 человек, там где-то у нас было человек 150 собралось, да? Да. Держалось против бандитов и этих ментов. 2 часа. Ребята, мы чуть-чуть не успели. Вот каждым разом собиралось людей все больше. Если бы нас было хотя бы 400... а лучше 2000, они и сейчас ничего не смогли бы сделать. Но 200 человек, 500 человек, которые не боятся, это сила, ну, я считаю, что... Тобто сьогодні вже йде мова не про вирубку дерев, а про збереження життя людей, які сьогодні потерпіли. А що з деревами? Що сьогодні відбувалося? Вирубка дерев відбувалася чи ні? Да. Відбувалося. Таке впечатлення, що вони йшли косо. Їм було все одно абсолютно, як рубити, куди рубити, опять же таки, ніяких норм і требувань. Їм би лише побыстрее це було зробити. І така ситуація, коли жінці стало плохо, і було підозрення, що у неї взагалі інсульт, дуже плохо виглядала. Вона лежала на землі, вокруг неї стояли люди. Вчера рабочие начали кричать: уносите ее, потому что мы сейчас будем валить дерево, и оно будет падать туда. Мы говорим, что нельзя ее трогать, пока не придет медицинская помощь. А нам все равно. А нам все равно, что хотите, то и делайте. Олег, что происходит с точки зору экологии сегодня? С точки зрения экологии, такого варварского преступления против окружающей среды, наверное, Харьков еще не знал. Ни один норматив, отмеченный в правилах поводжения зелеными насадженнями Украины, утвержденных постановлением Кабинета министров Украины, не был соблюден. Даже в том решении исполкома, которое было принято, указывается неправильное количество деревьев. Там указано 503 дерева. На сегодняшний момент, ну, сегодня мы, конечно, еще не мерили, перемерено 600 пней, уже 600 срубленных деревьев, было вымечено под вырубку еще 171. Фотография каждого срубленного дерева, это, по-моему, до 26 числа, стоит на этом сайте. Все фотографии, все акты переданы во все правоохранительные органы. Они есть у прокуратуры, они есть у Государственной экологической инспекции, они есть у министерств, они есть даже в Верховной Раде. Какая реакция? Более того, они есть сейчас в мониторинговой группе Совета Европы. Вчера все документы об этом передавались в мониторинговую группу Совета Европы. Представители Великобритании и Эстонии, они специально общались с руководителем Харьковской правозащитной группы господином Захаровым в Киеве. Специально его вызвали именно для рассмотрения вопроса вокруг парка Горького. Вот это уже, знаете, это не только проблема, так сказать, мягко говоря, землеустройства. Вот, но, еще раз говорю, вчера была встреча с представителями, которые официально мониторят для Совета Европы ситуацию в Украине, как раз посвященная ситуации с парком Горького.